In 2018, again in Great Britain, Sergei Skripal, a former Russian military agent, was poisoned with Novichok, a nerve agent that attacks the nervous system, also administered in August of 2020 to Alexei Navalny, an opposition figure in Russia. His screams of pain. Unconscious on a stretcher, one of Vladimir Putin's main opponents balances between life and death. Treated in a German hospital, Navalny miraculously survived. For Vladimir Milov, whose relative is now exiled in Lithuania, the use of this poison is a signature. Потому что его невозможно было установить. То есть они хотели бы, чтобы была случайная смерть от какого-нибудь сердечного приступа и так далее, и подозрения на власти не пали. A few weeks later, with journalists from the investigative website Bellingcat, Alexei Navalny managed to find a member of the FSB commando responsible for poisoning him. Константин. Алло, Константин Борисович. He pretends to be one of the supporters reporting on the failure of the mission. Мне ваш телефон дал Владимир Михайлович Богданов. Извините за ранний звонок, мне нужно 10 минут вашего времени, очень сильно нужно. After several minutes of conversation, Константин Борисович, если бы чуть дольше летел, Navalny gets crucial information. Ну, возможно, да, если чуть дольше летел, например, они посадили его там резко как-то и так далее, да, возможно, это все пошло не так. Рассчитали неправильно дозу, вероятности. Почему? Ну, вот я не могу сказать, почему как-то. Рассчитывали все, я так понимаю, что рассчитывали все с запасом. Владимир Милов directly accuses Putin. Потому что Навальный ни для кого больше не представляет проблемы, кроме как лично для Путина. Ну, вот как выяснили расследователи из Bellingcat и их коллеги, которые установили, кто, собственно, занимался отравлением Навального. Далее то, что мы знаем, это то, что, например, вот из гостиницы «Ксандр», где он останавливался в Томске, там были изъяты все записи видеокамер. И, как мы знаем от персонала гостиницы, за два дня до поселения Навального там заменили персонал в сфере безопасности в этом отеле, пришли какие-то незнакомые люди. Despite compelling evidence, Putin denied any Russian state involvement at a press conference in December of 2020. Это не какое-то расследование. Это легализация материалов американских спецслужб. Ты понимаешь? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. Once recovered, despite the risks, Navalny returned to Russia. He was questioned upon arrival at the airport. В каком статусе, Алексей? В каком статусе? Держись! Удачи, Алексей! Мы с вами! He was then sentenced to 2.5 years in prison for a so-called fraud case. But 2 days after his arrest, Putin's sworn enemy took revenge. He published this video. Привет, это Навальный. И это расследование мы придумали еще, когда я находился в реанимации. Но сразу договорились о том, что выпустим мы его, только когда я вернусь домой, в Россию, в Москву. In the video, he revealed that Putin had this huge 17,000 square meter palace built for himself on the shores of the Black Sea. The estimated cost of this enormous project was over 1 billion euros. Перейдем к интерьерам. Это, конечно, не просто здание. Это символ 20 лет правления Путина. 20 лет у власти, репрессивные законы, обворованный нищий народ, полное уничтожение политики, переписанная конституция, посаженные люди. Сейчас мы увидим ответ. Ради золота и мрамора. Ради диванов и кушеток в стиле Людовика XIV, ради мозаик, фресок, витражей, собственного театра и даже аквадискотеки. Пытался собрать там всех царей и императоров, которые были вообще в мировой истории, да, и просто переплюнуть их по масштабам и по роскоши. Но получилось это вот как раз в таком... Мне кажется, все это характеризует то, что у него масштаб личности какой-то исключительно мелкий, но... Он хочет себе и всем доказать, что реально он какая-то большая, огромная историческая фигура.
But who really is Vladimir Putin, this man who built a palace worthy of the greatest emperors? Очень рад приветствовать вас в Москве, в Кремле. Jean-Maurice Rippert, French ambassador to Moscow between 2013 and 2017, met him several times. Nous sommes invités chaque année au Kremlin, sur la colline, pour une partie champêtre. Le président Poutine arrive. Et puis il s'assoit derrière une table. Et ça me faisait immanquablement penser au Moyen-Âge, parce que c'est une table tout en longueur. Il avait le patriarche à sa droite, le premier ministre à sa gauche, face au peuple, enfin le peuple, les oligarques, les gens qui comptent à Moscou et le corps diplomatique, qui étaient donc invités à regarder manger le président Poutine. Il entretient cette idée qu'il est le père de la nation, comme Staline était le petit père des peuples.